Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Друцев. Я сейчас курю сигару, которая называется Cuba Exclusivus. Эта сигара одна из последних, которую мы курили на нашей дегустации. Впервые марка этих сигар появилась в 1996 году. Премьера состоялась в лондонском Claridge Hotels 29 ноября 1996 года. В широкую продажу эти сигары поступили во второй половине 1997 года, поэтому можно сказать, что это одна из самых новых кубинских сигар. Особенностью этой марки является то, что для производства этих сигар используются табаки из лучшего региона Кубы Вуэльта-Абахо. Все полностью табаки, идущие на производство этой сигары, используются только из одной единственной провинции. Сегодня в линейке 5 сигар. Мы курим эксклюзивос, и я пытаюсь сейчас ее проанализировать для того, чтобы выложить эту информацию на нашем сайте. Спасибо.